Ты же знаешь, в этом мире не каждый дано быть счастливым. Найти свою судьбу, своего героя. Поэтому приходится делать его самой. Создавать своими руками, губами, своим сердцем. Драться за него со всем миром и даже с ним самим. Ведь судьба любит тех, кто бросает ей вызов. Если женщина становится оружием судьбы, это судьба. Прекрасно. С 26 июня в России. Фильм Тимура Бекмамбетова «Особо опасен». Ты слышишь? Судьба назвала твое имя.